Я великую мощь мегафон. Успей подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд, или я и мои дети придут к тебе и съедят тебя. Раз, два, три, четыре, пять. Хей, ребята, всем привет! Я запустил новый канал с мультиками про монстров Тревора Хендерсона. Он называется Сирена Студио. На этом канале уже вышел первый мультик «Сиреноголовый против Домоголового». Обязательно его зацените. Ссылочка, конечно же, находится в подсказке и в описании. А что это за какой-то лилипут сиреноголовый, только белого цвета шагает? А, это же, ребята, королева сиреноголовых, великая мать Мегафон. Новенький монстр. Не Тревора, кстати, ребят, Хендерсона, как многие написали под предыдущим роликом про великую мать Мегафон, а именно Леа Винсебла. Да, ребят, Большая Сирена, Великая Мать Мегафон, Поезд-Пожиратель, это монстры именно Леа Винсебла, не Тревора Хендерсона. Хей, ребята, всем привет, с вами снова я, Слайкмаст и Дарк, и у нас сегодня будет очень интересный эксперимент в Гаррис моде. Наша Великая Мать Мегафон сегодня будет расти и увеличиваться каждую минуту. Здарова, народ. Смотрите, как она, ребята, прикольно выглядит. Так, Дэшечки, идите ко мне, сейчас я вас кушаю. Только, ребят, видите, довольно-таки есть большой минус. Она довольно-таки медленная. По крайней мере, именно вот в этой вот стадии, когда она микроскопическая. Смотрите, вот это, ребят, бордюр. Я меньше понимаю, чем бордюр. Просто какой-то маленький-маленький паучок. Маленький-маленький таракан. А! Реально мы, ребята, медленные, ё-моё. Ай, давай-давай-давай, шагаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Точно, Дарк, я вспомнил. Ты помнишь, что у меня есть? У меня есть, друзья. Вот это. Серьезно? Всех убил. Ребята, вы понимаете? Маленькая матери мегафон уже настолько сильная звуковая волна. Так, еще смотрите, ребят, дэшечки. Тихо. Все, больше мы этой, ребят, способностью давайте не будем пользоваться. Кажется, некоторые встали после этого звука. Ты же еще не настолько сильный, кстати. Ага, так. Тихо. Подходим, ребята, ближе. Какие мы все-таки медленные. Так, ребят, знаете, что и хочется сделать? Хочется просто подойти, ребят, и врубить нашу жесткую эту сирену, мегафон. Так. О, есть убили. Есть завалили. Блин, такие, ребят, слабые удары, если честно, пока что. У нашей великой матери мегафон. Вот, так, ты так, подрос, так, подрос. На, получай. Еще, ребят, немножечко растем. Так, вот этого. На, получай тоже. Все, завалили. А этих, смотрите, ребят, берем и... Офигеть. Вот это, конечно, ребят, суперспособность, так суперспособность. Реально круто. Очень даже, ребят, круто. Так, ну что, ребят, теперь давайте... О, спецназовцы! Так, тихо. Стреляют. Ай, засранцы, да стреляют по мне. Так, ребят, проходим. Гранаты, ё-моё! Ребят, нам еще гранат не хватало. Они с тобой не церемонятся. Да я вижу. На, получай! По ноге прямо. О, растёшь, так. Подходим, ребята, ближе. Так, на! Все тоже завалили. Ладно, они мне, ребята, надоели. Просто уничтожу. Все, ребят, уничтожены. Так, шагаем. Довольно-таки прикольненько выглядит, конечно же, наша великая мать Мегафон. Чувствую, про нее еще ролики у нас обязательно будут. Причем, ребят, не в единственном экземпляре. Еще будут битвы, всевозможные эксперименты и много-много всего другого. Хорошо, ребята, ждем наших новых жертв. О, кто это такие, а? Кто это? Ё-моё! Какие-то, смотрите, ребята, прыгуны. Ай-яй-яй-яй. Они слишком быстрые. Ой. Ты есть, ты собираешься сегодня? Да ем и так. Просто, ребят, слишком все эти прыгуны быстрые, я бы даже по ним не попал, вы понимаете? Великая мать Мегафон просто махает руками довольно-таки медленно. И не факт то, что мы даже попали бы по кому-нибудь. Так, хорошо. Ждем, ребята, наших следующих жертв. Еще прыгуны? Откуда они появились? Да ешь, они же тебя сами бьют, сами к тебе приходят. Да я вижу. Это. Так. Давай. Они отпрыгивают, Дарк. Прыгивают. Я не могу даже по ним попасть. Какие вредные, слушай. Да? Ага, так, ладно. Ой. Уничтожены, все. Не-не, да, мне, ребят, прыгуны. Это уж точно не нужны. Мне нужны кинь-дэшечки, спецназовцы, людишки. А лучшие монстры Тревора Хендерсона. Но мне кажется, ребят, довольно-таки пока что маленькие для монстров Тревора Хендерсона. Так что давайте мы пока что подождем. Смотрите, ребят, какие людишки. Мы такие маленькие, да, по сравнению с ними. Ты обернись, смотри. А великая мать Мегафон где-то, ребят, 100-150 метров в высоту. А!
когда именно уже вырастет. А так-то, наверное, на ребят будет еще и больше. Что это такое, а? Фу. Так, ребят. А, поближе нужно подойти. Так, на. Бью их, ребята, слишком пока что слабенькие, чтобы их валить с одного удара. Видите? Ребят, не могу с одного удара их убить. А, ладно, все, сейчас, ребята, я разозлюсь. О, теперь кушай, кушай тела. Кушаем, ребята, кушаем. Ням-ням-ням-ням, растем, растем. Кушаем, кушаем, о. Растем, ребят, еще давайте вот этого скушаем. Кушаем, кушаем. О, все, смотрите, ребят, как я вырос. Отличненько. О, я быстрый, наконец-то. Смотрите, я, ребят, быстро теперь хожу. Ура! Смотрите, как я, ребят, бегаю. Наконец-то я теперь большой. О! Эй, мужики! Эй, великая мать издумает. Сейчас, 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 эй, мужики, подождите-ка. Ай, бьют меня, бьют. Так, получаете, мужики. Ребята, понимаете? А удары это у великой матери не особо сильные. Хорошо, я понял. Эй, великая мать издумает. Сработало. Короче, да, ребят, главное оружие нашей великой матери, это, конечно же, именно вот этот мегафон, да, вот эта гигантская сирена. О, кстати, смотрите, ребят, еще есть одна атака. Ногой. В целом, довольно-таки хорошая атака. Сейчас давайте мы ее как раз протестируем. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Милкволкеры уже, они такие, смотрите, ребят, большие, а! Так, 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 на! О, с ноги, смотри! С ноги их легко убиваю. Убил, убил, на! Да. Есть, 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 так, на! Во, ребят, увеличимся. Этих давайте, смотрите, ребят, просто берем и... Вы это видели? Слушай. Прикольненько, прикольненько получилось. Реально, ребята, топовая. Наша великая мать-мегафон. Так, 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 так. Подходим. Ребят, видите, удары руками вообще у нас никакие. А вот ногой, смотрите, сразу берем на минус 2 или минус 1. Еще. Один. Ребят, сейчас так топчем, топчем их. О, так, на, еще минус. А этих, друзья, смотрите, просто берем и... О, минус, как же это красиво, конечно, да? Имба. Красиво, ребят, просто идеально. Так, шагаем, 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 шагаем. Ом-ням-ням-ням. О, эти, гости, гости, ребят. Они умеют телепортироваться. Или на, гости получаете. Остались только кости. Так, 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 на. Еще, ребята, больше, тем больше... больше ударов. Топы убиваешь. Угу. Все, уничтожены. Как-то ты не особо любишь расти. Да, не особо люблю расти. Я, ребят, просто влюбился в этот нереально крутой скилл. То, что наша великая матери мегафон. Есть вот эта вот гигантская сирена, вот этот гигантский мегафон, с помощью которого она, ребят, разрывает практически кого угодно. Прикольно, мы только что разобрались с этими гостями. Кто следующий? Ребята, смотрите! Демон! Демоны лезут! А! Так, дети мои, дети сиреноголовые! Придите мне на помощь, своей мамочке, великой матери Мегафон. Давайте, детишки мои сиреноголовые, разбирайтесь с ними. Так, ребят, призываем, призываем. Так, мне кажется, ребят, этого хватит. Так, смотрите, нифига себе. Сиреноголовые, ребята, просто их валят. А, подожди, мультяшный демон. А, а, ребята. Куда он телепортировался, где он? Ребята, где он? Так, призываем еще наших детишек сиреноголовых. Давайте, ребята, во, побольше, побольше. Еще давайте призовем. Вот, ребят, призываем, призываем. Смотрите, ребят, еще какие-то маленькие демонята лезут. А, это маленькие, ребята, стадии. А, их нужно, ребят, срочно завалить. А, о, есть, уничтожены. Убил их прежде, чем они успели превратиться в более сильные стадии. Спасибо, мои дети сиреноголовые. Вы можете быть свободны. А, нет, а, ребята, ё-моё, еще призываем. Ребята, еще сиреноголовых призываем. Офигеть. Так, так, ребят, призываем, 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 призываем их. Вот. Тихо, 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 тихо. Все, готовы. Ребят, видите, кстати, да? Я вообще никак не дошел урон с помощью своего мегафона сиреноголовым. Так, помогаем, ребята, нашим сиреноголовым. Прикольная, да, фишка? Прикольный, ребят, такой скилл. Дарк, классная способность, да, у великой матери мегафон? Да, зачистка территории. Класс. Сиреноголовых призывает. Мегафон у всех фигачит. Очень, ребята, крутая великая мать, конечно же, мегафон. Так, детишки мои сиреноголовые, сынишки и дочери, спасибо то, что мне помогли. О, домоголовый! Ребят, еще призываем. Давайте, давайте, давайте. Так, помогайте мне, помогайте. А, ребят, домоголовый, точно, точно, точно. Ребят, домоголовый-то не должен их атаковать. Ладно, сейчас мы разберемся с ним. Он, ребят, чисто за мной пришел. О! Так, 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 так. На!
Сейчас еще, ребят, смотрите, еще. Вот. Дамажим моего домоголового. На! Еще давайте, ребята. Больше. Вот. Блин, ребята, из-за того, что сиреноголовые не я разбирались со всеми предыдущими, да, моими противниками, ей завалили. О, сейчас вырастим. Мы, ребята, из-за этого не особо выросли. А, чувствую, ребят, расту. Сейчас очень я серьезно вырасту, потому что я съел целого домоголового. О! Все, детишки мои, вы свободны. Спасибо то, что помогли своей мамочке, великой матери Мегафон. Можете быть свободны, идите по своим лесам, домам, горам. Я не знаю, где вы там находитесь. Давайте, все, уходите. А нет, ребят, смотрите. Еще веб-кракены пришли. И, ребят, смотрите, гигантский веб-кракен. Хо-хо-хо-хо. Так, все, мы, ребят, разобрались с этими веб-кракенами. Смотрите, ребята, целый веб-кракен. Так, призываем еще детишек. Давайте, сиреноголовые. Помогайте, великой матери Мегафон. Сейчас, ребят, победим мы этого титана. И мои детишки сиреноголовые пойдут отдыхать. О, смотри, двое залагало в воздухе. Дарка, ну-ка, помоги-ка им. Так, ребята. Во, смотри, я им сам помог. С помощью Мегафона. Ребята, офигеть, целый титан, вы понимаете? Веб-кракер, да, ребят, уже титан как бы. Довольно-таки, кстати, да, с большой. Ним справиться непросто. Угу. Да, ребят, видите, я довольно-таки много своих противников убил именно с помощью либо сиреноголовых своих детишек, либо с помощью Мегафона, с помощью звуковых волн. Пытаюсь съесть веб-кракена, кстати. Да, ребят, веб-кракена нужно скушать. Сейчас, поможем. А то я, ребят, снова не вырасту. Так, бьем. На, получай. Так. На, получай. Есть, ребят, убили мы его. Растем. Нифига себе, ребят. А, еще чувствую, ребят, расту еще. Чувствую. О, выросли. Все, детишки мои, спасибо вам. Да ладно, ребят, еще breaking news. Ладно, ребят. Сиреноголовые, давайте, пока нам помогут. Призываем еще, давайте, сиреноголовых. О, детишки мои, придите мне на помощь. Сиреноголовые, сайронхеды, приходите. О, breaking news, идите ко мне. Сейчас мы, ребята, с ними разберемся. Во. Ну, ребят, breaking news довольно-таки сильные. Так, ребята, фигачим их. Фигачим их звуковыми волнами. Давайте. Смотрите, ребят, breaking news убивает моих детишек, сиреноголовых. Так, вызываем подкрепление еще. Давайте, сиреноголовые, вперед. Ребята! Ты не только ты умеешь вызывать. Да я вижу. Малыши, смотрите, еще пришли. О, так, еще, ребят, больше сиреноголовых, больше сайронхедов. Так, друзья, врубаем Мегафон. О, вы это видели? Минус, ребята, сразу же несколько. Так, еще и этих. Ну все, ребята, нападаем на breaking news'ов. Кажется, мы сейчас толпой спокойно их забьем. Получается, ребят, белый против черного сражается. Черное против белого. Прям какие-то, ребят, шахматы. Так, фигачим их, ребят, по ноге бьем. По ноге еще. Вот. А, ребят, видите? Есть, убили мы его. Ю-ху, есть. А того детишки заели. Офигеть, ребят, детишки серьезно съели. А, растем. О. Ну что, детишки мои, вы устали? Да, наша мамочка Мегафон, мы уже устали, но можно идти. Мама, мы устали. Ладно, можете идти. Можете идти по домам. О, вот смотрите, ребят, ремейн индорсы. Оставайся в помещении. О, получайте. Вот это, ребят, уже размерчики как раз для нас. Для великой матери Мегафон. Ну, а ты это видел? Капец, ты уже сильный. О, ребят, вот это, конечно, вырос. Так, врубаем, друзья, нашу сирену, наш мегафончик. Вот. Офигеть, ребят, конечно, жесткие звуковые волны. Смотри, они разбегаются, серьезно? Ребят, видели? Тут просто убежал. Ну, еще бы. И это мы, ребят, откинули. Так. Смотри, еще, кстати, один сиреноголовый решил не уходить. Решил помочь. Великая матери Мегафон, ребят, мы его убили. Расту, чувствую. Ребята, хорошо, мы так выросли. Ты сам понимаешь. Угу. Так, ребята, кто же будет следующий? О, смотрите ли птиц. Кстати, смотрите, я, ребята, белый. Смотрите ли птиц. Примерно имею такую же текстурку. Ну что? Теперь я, ребята, уже буду в соло разбираться. Без сиреноголовых, без своих детишек. Давайте, цыплятки, получайте. Вот еще. Но! Хорошо, ребят. Нужно сначала вот этого немножечко продамажить. Сейчас поворачиваемся. И звуковыми волнами. Во, видите, откинули. Да. Нифига себе. Вот это, ребят, откинули, пожесть. Вот. Но.
Капец, ребят. Так, подходим. Мы их уже всех довольно-таки серьезно продамажили. Так, получайте, сейчас. Вот, ребят, так. На, смотрите, птиц, получай. Блин, они, ребят, не такие уж, так, кстати, и слабые. Во, смотри, мы еще одну вытолкнули. Большие, сильные. Угу. Есть, одного мы, ребят, убили. Так, смотрите, их, ребят, двое остается. О, сирену, друзья, врубили. Наш мегафончик. Так, сейчас давайте, ребят, вот этого сначала мы убьем. Вот этого сначала. На, получай. Получай. Так, ребят, отходим. Тихо. Так, врубаем, друзья, звуковые волны. О, во, смотрите. Есть, готов. Убил. Так. Его. Ну и, ребятки, остается самый-самый последний. Так. На, есть. Хо-хо-хо. Красиво мы это сделали. Ребят, растем. Ого. Какой же, ребят, уже большой. Офигеть. О, смотрите, ребят, туманные гости. Так, подходите, давайте по одному. О, сразу же, друзья, минус один. Так, нет, быстро, серьезно? Оказался, перепонки не выдержали. Угу. Второй, так, на, получайте, есть, завалили. И третьего сразу же, что? Их сразу, капец, у тебя звук. Ребят, офигеть, стоят. Вы это видели? Бегемот, о нет, ребята, бегемот вылазит. О, бегемот, иди сюда. В прошлый раз, друзья, наша великая мать Мегафон, самодельная, которую сделал Дарк, проиграла бегемоту. Но это теперь, ребят, не обычная великая мать Мегафона, Титан, великая мать Мегафон. Сейчас. Даже подойти не может. Угу. Так, ребята, тоже фигачим его, смотрите. Фигачим его звуковыми волнами. Так, вот так доводимся. На, получай. Я понял. Немножечко назад. Отойдем. Нифига себе, кстати, он быстрый, да? Так, вот. Еще. Во, смотрите, ребят, куда он улетел. Как он теперь к тебе подойдет, а? Не знаю. Еще давайте, ребят, звуковые волны. Вот, кинули мы его. Еще давайте, ребят, еще звуковые волны. О, кстати, смотри, он когда ногами упирается, не отлетает, видишь? Так. Да. А вот так, ребят, отлетает. Не подойдешь. Врешь, не подойдешь. Так. Блин, ребят, смотрите, он снова уперся ногами. Сделал опор ногами. Так, на, получай. Так. Еще, ребят, давайте. Есть, мы убили? Или он телепортировался куда-то? Да, кажется, ты убил его. Не, мне кажется, он под карту куда-то залез. Он же любит так делать. Да! Прям по ТУ улез. Блин, тихо, ребята. Он понял, что к тебе не подойти, решил под землю. Да, тихо. Так, ребят, прям спину, смотрите, мы за ему точку бьем. Он еще жив, отлетел. Так, ребята, добиваем его. На, получай. Кажется, это последняя его атака. Тихо. Ребята, уклоняемся. А, тихо, он меня бьет. Он меня схватил. Ребят, еще давайте. Во, смотрите, отлетает. Так, сейчас его, ребят, добьем. Давайте. Удар звуковыми волнами. Есть. Наконец-то. Фух. Очень это было, ребята, сложно. Это было очень долго, жестко. Но все-таки мы победили пожирателя титанов бегемота. И, ребята, в принципе... Мы сегодня выросли уже практически до самых максимальных размеров и превратились в самую большую, великую мать Мегафон, монстра Лео Винсибла, в игрушке под названием Гаррис Мод. Короче, да, ребята, вот такой вот прикольный новый монстр Лео Винсибла. Новый, ребята, появился монстр в Гаррис Моде, великая мать Мегафон, королева или же мать сиреноголовых. Очень, ребята, топовый монстр. Я уже хотел сказать SCP-объект, но нет, это, ребят, SCP-объект. Короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня, да, ребят, была прикольная рубрика, вот такой прикольный экспериментик. С вами, как всегда, были Slack Master Dark. Всем, друзья, пока! Пока, народ!